Здравствуйте! Мы продолжаем серию рубрик на тему о защите прав потребителей. Как не допустить ошибок при покупке квартиры, машины, дачи? Как вернуть некачественный товар? Все вы это узнаете из моей рубрики в программе 7 до 10. Сегодня вообще очень трудно представить свою жизнь без рекламы. Реклама сейчас везде. Реклама на баннерах, реклама в почтовых ящиках, какие-то неоновые бегущие огни, по радио и, конечно же, по телевизору. Ну и хотим или не хотим, реклама нас цепляет. И вот Руслан, который к нам обратился, говорит о том, что реклама его зацепила. А реклама была крупного сотового магазина, в котором продавался телефон по очень привлекательной цене. И Руслан, конечно же, решил купить этот телефон. Но почему-то при обращении в магазин ему сказали, что этот телефон будет дороже почти на 5000 рублей. Он удивился и сказал, что вот смотрите, в рекламе же указано, что он гораздо дешевле. Но ему говорят, да, конечно, это возможно, но только в случае, если вы приобретете сим-карту по очень дорогой цене с дорогим тарифом, если вы приобретете какие-то дополнительные аксессуары на 1000 рублей, и в этом случае вы оплатите тариф на год вперед, тогда мы вам продадим этот телефон по указанной цене. И Руслан, конечно, был очень обескуражен такому повороту событий. Он оказался не готов. И поэтому к нам обращается с таким вопросом, что ему сделать и как можно купить тот телефон, который он увидел по указанной цене. Вот мы говорим, дело в том, что в данном случае грубо нарушается и закон о защите прав потребителей, потому что предоставлена недостоверная информация покупателю, и закон о рекламе. В данном случае получается недостоверная реклама, и можно обратиться с жалобой в Федеральную антимонопольную службу. И после обращения в ФАС, конечно, этот продавец будет привлечен к административной ответственности, причем штраф в данном случае будет очень большой. После чего вы имеете полное право обратиться к этому продавцу с заявлением с просьбой о продаже указанного телефона по указанной в их рекламе цене. И в случае, если вдруг все-таки этот продавец откажет вам, вы в судебном порядке сможете обязать его продать этот телефон по указанной цене в рекламе. И, конечно же, закон о защите потребителей всегда на вашей стороне, и вы добьетесь защиты своих прав.